Название, но и молодежный фестиваль классической музыки, частичка которого находится здесь, в КФУ. Сегодня, в преддверии первого всероссийского молодежного фестиваля классической музыки, возле Казанского университета появилась фортепиано. Каждый желающий мог пробежаться по клавишам и наиграть знакомые мелодии. К необычному эксперименту присоединились студенты, преподаватели и просто прохожие. Сегодня я случайно шел в универ, случайно увидел пианино и решил поиграть. Фестиваль «Музыка вокруг нас» — это культурно-образовательный проект, главными целями которого является популяризация классической музыки, открытие новых имен и талантов. Основная часть фестиваля, то есть молодые участники, все это будет в Свияжске, это будет целый день, с 11 утра до 8 вечера. Вот. Дальше будет закрытие тоже в БКЗ. На закрытии будет Рэм Урасин, наш казанский пианист, известный. На открытии будет Дарья Зыкова, солистка Большого театра. Торжественное открытие фестиваля состоится 30 мая в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Но уже 31 мая фестиваль переместится в Свияжск. На одной сцене с участниками фестиваля выступит и победитель 4-го всероссийского конкурса чтецов имени Габдуллы Тукая. Лилия Равилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.